25 лет назад на Вологодском кладбище открылась площадь памяти. В честь этого события на мемориале прошел митинг. В 91 году здесь были перезахоронены 16 архангелогородцев, погибших в Афганистане. Спустя несколько лет появились могилы бойцов, отдавших свои жизни на Северном Кавказе. Такого перезахоронения никто не делал ни в Советском Союзе, ни в России. Это у нас единственный мемориал в стране с перезахоронением. В начале 80-х годов пацаны возвращались с Афганистана. Они встречались, вспоминали, говорили, что нужно встречаться, нужно как-то увековечить память погибших. Сегодня площадь памяти хранит историю не только афганских и чеченских войн. В этом году Архангельская региональная общественная организация «Долг» при поддержке правительства Архангельской области восстановила братские захоронения, которые сохранились на Вологодском кладбище с 40-х годов прошлого века. Долг солдата, от рядового до генерала, выполнять приказ, защищать Родину. Наш долг и наша обязанность хранить эту память. Сегодня в Архангельске открылся 4-й международный форум «Арктические проекты сегодня и завтра». Программа форума посвящена экономическому развитию северных регионов России, а также реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике. Одна из тем – освоение северного морского пути. Сегодня Архангельская область рассматривается как опорный регион для освоения российского сектора Арктики. На форуме обсуждаются проекты разработки Павловского месторождения на новой земле по добыче свинца и цинка и строительство белка. Камура. Особое внимание возведению глубоководного района порта Архангельск. Если реализация арктических проектов будет идти через Архангельскую область, это, безусловно, и загрузка наших предприятий, это и участие наших подрядчиков, нашей науки во всех этих проектах. Эти примеры уже есть, как раз вот сегодняшний форум, это та площадка, на которой собираются профессионалы, собираются подрядчики, собираются поставщики, обсуждают возможные форматы участия в проектах, и результаты есть. Около 70 компаний Архангельской области участвуют в освоении арктических. Завтра в рамках форума обсудят кадровый и научный потенциал северных регионов. Кроме того, пройдет заседание участников судостроительного кластера Архангельской области. До 1 декабря жителям Архангельской области нужно заплатить 3 налога за прошлый год. Это налог на имущество, земельный и транспортные налоги. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа, все налогоплательщики должны получить уведомление о сумме оплаты. Причем уведомления могут прийти двумя способами. Какими же и что грозит в случае неуплаты налогов? Об этом подробнее мы расскажем уже в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19:20 на телеканале ТВЦ. Почти 129 миллионов рублей дополнительно из бюджета Министерства культуры России будет выделено на продолжение реконструкции Архангельского театра кукол. Общая стоимость работ составляет без малого 575 миллионов рублей. В ноябре строители рассчитывают завершить тепловой контур пристройки и приступить к внутренним работам. До середины ноября в Соломбале обновят деревянные тротуары. Пешеходные дорожки заменят в районе Соломбальского машиностроительного завода, на улицах Советской, Кедровой, Литейной, Маяковской и Валявкина, а также в районе 62-й школы. Тротуары будут приведены в порядок и у памятника воинам Великой Отечественной войны в Кемском поселке. Сегодня на Кегострове откроют памятный знак в честь 75-летия военного сотрудничества авиаторов СССР, Великобритании и США. Кегостров выбран для установки мемориала не случайно. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный аэродром. 31 августа 1941 года конвой «Дервиш» доставил сюда первую партию британских истребителей. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске облачно и плюс 4. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых главных событий.